продам сиденье от мотоцикла Минск до моделей до 80-го года, которые шли четырехскоростные. Там 311, 315, до 312-го. Сиденье это был оригинал. Учитывайте состояние с учетом возраста. Есть, конечно, следы износа, эксплуатации. Он немножко пыльный чуть-чуть, не промыл. Чехол у нас родной. Так, защелочку видим, да? На месте. Да, защелка тоже на месте. Вот здесь у нас ее нету. Ну, такие сиденья часто берут на самоделке. Каркас толстый, стальной, можно привариться. Цена будет указана именно за это сиденье. Если объявление активно означено наличие, можно сразу оформлять ее и доставку. Видим. Чтобы сюрпризов не было при получении. Хотя у вас целых 15 минут на осмотр будет. Оформляем только на почту. На пятерочку не надо. Оно длинное. Проблемы будут с отправкой. Хотя по габаритам, может, оно и проходит. Лучше не надо. Так, это вот красота хромированная. По бокам на месте. Такое сиденье. Если ведь доставка оформить, отправим. Именно то, что сейчас видите, то и будет отправлено. Других вариантов нет.